Городской день инвалидов – большое мероприятие, которое традиционно собирает в парке большое количество гостей. Тех, кто неравнодушен к чужому горю и готов прийти на помощь в трудной ситуации. Представители территориальных центров города, руководители общественных объединений демонстрировали свои наработки по вопросам реабилитации особенных людей, делились опытом и методиками по социализации. Сегодня особые люди не остаются без внимания общества, а их проблемы интересуют представителей вертикали власти. Сейчас общество все больше понимает проблемы, понимает, что это наши граждане, что они пользуются, должны такими же правами, как и все остальные люди, не должны быть ущербными, несмотря на их какие-то особенности. Почетными гостями праздника стали представители Национального собрания Беларуси, депутаты Городского совета депутатов. Их визит на мероприятие – это еще одна возможность поддержать особых людей и их близких, дать шанс им почувствовать свою важность и значимость в обществе. Эти люди, которые занимаются с этими людьми с ограниченными возможностями, это вот просто вот низкий поклон этим их близким, их семьям. Вот. Социальная служба громадная делает, очень много делает для этих людей. Вот. Учителя, медицинские работники, опять же, общественные организации. Общественные организации вообще являются социальными партнерами государства в реализации прав инвалидов. Вот, они очень много делают и поддерживают. Это мероприятие, во-первых, показывает о том, какую работу наше общественное объединение инвалидов проводит, сколько в этих обществах и вообще в городе у нас проживает талантливых, очень талантливых людей с ограниченными возможностями. Также показывает выставка работ, то, что они делают своими руками, это бисероплетение, и игрушки, и картины. То есть горожане уже знают и ждут этот праздник, городской день инвалидов, чтобы вот даже прогуляться, посмотреть, может быть, приобрести какие-то своим детям замечательно сделанные руками людей с ограниченными возможностями сувениры или игрушки. Конечно же, праздник – это в первую очередь радость и эмоции, которые дарят концерты. В этот день на сцене выступали как начинающие, так и более опытные артисты города. Свои композиции «Душевное тепло» они дарили тем, кто обделен такими радостями, но искренне ждет возможности быть счастливым.